Реконструкция стадиона «Уралмаш» близится к завершению, убедился сегодня региональный министр спорта. Арена станет первой площадкой в России, которая финансируется в рамках госпрограммы подготовки к Мундиалю 2018 года. К тому же ее полностью возводят из отечественных материалов. Северная и южная трибуны уже возведены. Осталось установить зрительские места. Завершается установка искусственного подогрева. Через две недели засеют газон. Кроме того, в ближайшее время смонтируют пропускную систему для болельщиков. После реконструкции арена станет домашней площадкой для игроков «Урала». Там же откроют футбольный интернат. Ну а самое главное, стадион станет тренировочным местом на предстоящем Мундиале. Сейчас «Уралмаш» готов на 80%. Сдать планируют в середине июня. Екатеринбург стал первым городом в России, где подготовка объектов к чемпионату мира 2018 года уже завершается. Сообщается, что министр спорта Виталий Мутко уже распорядился отправить первый денежный транш в размере 94 миллионов рублей. В связи с тем, что у нас это долгоиграющий проект, это проект «Наследие», где мы говорим о 10 тысяч болельщиков, зрителей, то он стоит у нас 594 миллиона рублей. В исполнении поручения председателя правительства идет контроль по поводу финансирования, ну и, конечно, качество работ, которое дано соответствовать мировому уровню.